Радуйтесь этому. Вот смотрите, допустим, человек не хочет, хочет очень сильно кушать, а еды нет, он мечтает о еде, это разрывает его кокон. А если он говорит так: о, такая вкусная еда бывает, ха-ха-ха-ха, и после этого кушает ее и делает так: ай, какая вкусненькая, то происходит реализация. Дальше с чувствами. Смотрите видео какое-нибудь, и в этом видео очень сильно мужчина обижает женщину. Эти чувства переполняют вас, и у вас не происходит реализация. Вам, по идее, нужно что-то для кого-то сделать. То есть, по идее, это реализовывается вот так. Вы берете тряпку и в честь своей семьи вымываете свою квартиру сына там, или свою квартиру, где вы живете. Ну и есть второй вариант. Вы начинаете удивляться. Чему? Вот и так бывает, вот и такое происходит. Не забывайте реализовывать это тремя элементами. Первый элемент называется радость от физического тела. Второй элемент – удивление от чувств.